Сегодня мы выберем зубную щетку для детей от 3 до 6 лет. Мы начнем с щетки CuraProx Smart. Эта щетка имеет уже больше щетинок, чем CuraKid IATA 7600. А мы помним, что чем больше щетинок и чем они тоньше, тем лучше очищение. И имеет большую рабочую часть. Также мы можем продолжить использовать щетку CuraProx IATA для труднодоступных мест. Ребенок подрастает, и его нужно чем-то увлечь. Поэтому мы с 3 лет можем использовать электрическую зубную щетку. Это интерактивное вовлечение ребенка в процесс чистки зубов. В щетке есть музыкальный таймер, можно вести электронный дневник чистки зубов. Она приятно жужжит, и это может быть элементом домашней адаптации ребенка к посещению у стоматолога. Уважаемые родители, также важно помнить, что домашняя гигиена может быть действительно эффективной только в комплексе с профессиональной гигиеной и регулярными осмотрами у детского стоматолога. Поэтому ждем вас в клиниках Dental Fantasy и до встречи в следующем выпуске.